Карелии повысили размер стимулирующих выплат за отстрел волков. Теперь за взрослую особь охотник получит не 10, а 15 тысяч рублей. Банк России выпустил памятную серебряную монету, посвященную писателю Михаилу Пришвину. Монета номиналом 2 рубля в серии «Выдающиеся личности России» вошла в обращение 23 января. Жители Карелии могут получить путевку в арктическую экспедицию. До 30 января нужно пройти тематический тест и написать творческую работу на тему «Будущее Арктики». В четверг, 26 января, на телеканале «Культура» состоится первый показ программы «Пряничный домик. Узоры Карелии». В передаче расскажут в том числе и о беломорском золотном шитье. ТГК-1 вновь откроют в губернаторском парке уличный каток, самый большой в Петрозаводске. Праздник пройдет 29 января в 14:00.